Друзья, привет! Ну вот мы открываем сезон. У нас еще запрета нету. Хочу вам рассказать про спиннинг. Прислали мне спиннинг и катушку на тест. Фирма это Сяокнинг, или как у меня с английским туго. Вот такое название. Постараюсь договориться насчет скидки. Возможно, будут купоны. Посмотрите в описании, там вся будет информация, если получится договориться. Это спиннинг у нас ультралайтовый. В комплекте у него две вершинки, вот здесь вторая. Вот еще одна вершинка. Я ее уберу пока. Надеюсь, вторая нам не понадобится никогда. Рост у нее 1,98 м. Такая легенькая. Рост 1,98 м, еще раз повторюсь. Вот модель. Манта 2, 602, граммовка 2,6. Буду тестировать, буду пробовать. Ценник у него где-то около 2500 у этого спиннинга. Ручка разнесенная, гайка сверху, держатель, закрытая, резьбы не видно. Аккуратно сделано все. На первый взгляд спиннинг отличный. Немного такой вот лапшистый. Видите? Я что-то не посмотрел на сайте, какой у него. Но не фаст точно. И вот такая катушка 2000-ная. Она идет в мешочке. Я на нее уже намотал ниточку. Вот от фирмы Hanso. Отличная нитка тоже, смотрите, тоненькая какая. Будем тоже проверять. В том году у меня эта же фирма была, но модель нитки была другая. Это премиум уже идет. Потестируем тоже. На внешне она крепкая, попробовал дома, на растяжении не пробовал. Так, о катушке, друзья. По весу, вот у меня есть Shimano 2,5 и это 2000-ная. По весу она легче чувствуется. Но вот ходовка у ней, конечно, вот посмотрите. Вот Shimano. Видите? Вот у меня Robi есть. 3000-ная. У нее вообще ход плавный. И вот эта катушка, смотрите. Ход у нее туговатый, конечно. Будем надеяться, что она разработается. Говорили, кто-то мне говорил, я ВКонтакте выкладывал фотки, сказали, заусенцы есть. Всю общупал. Я не почуял ни одного заусенца. Вот вообще нету нигде. По качеству, если судить просто внешне, но они вот одинаковые, Shimano. Такое чувство, что на одном заводе их клепают. Вот у них здесь еще фирма написана. Вот характеристики. Пока я с вами болтаю, Вова уже вон щуку поймал. Сейчас тащит. Или окушок. Ну, сейчас поймает, достанет. Вот, друзья, ход у ней, конечно, туговатый. Надеюсь, разработается. Ручка теплая, не пластиковая. Я буду ее катушку эту использовать вместе с лайтовой палкой. Ну, вот, Вову там, смотрите. Вову уже щуренка поймал, пока мы с вами спиннинги рассматриваем.
Сейчас поставлю катушку. Центровка у нее вот, вот так вот вместе. Ветер сейчас сильный. Но я дома проверял, вот, вот так вот она по центру, вот смотрите. Конечно, катушка может быть тяжеловатая для этого спиннинга. Он прям, смотрите, как вапшисто. Сегодня не знаю, получится на него рыбачить или нет. Ветер сильный. Сейчас соберу стандартный свой, так сказать, комплект. Матомовский спиннинг. И будем рыбачить. А по этому спиннингу я вам еще рассказываю, когда порыбачу. Ощущения свои. Внешне пока придраться не к чему. Все сделано аккуратно, все гладенько. Внешне я не могу придраться ни к чему. Посмотрим. Время покажет. Друзья, на лайт поставил 0,6. На основной поставил 1,2. Сейчас будем по приманкам. Вова уже щуренка поймал. Сейчас и мы будем облавливать. А давайте вот с такой резины начнем сначала, а? Красивые рыбки. Давайте с нее начнем. Сейчас я посмотрю у меня. Так, вот она у меня есть уже. Прошлую рыбалку доставал. И вот это вот обязательно копыто мы сегодня попробуем. Да все, охота попробовать. Так, вот третий номер. Будет самое то, думаю. А, у Вовы снова. У Вовы снова поклевочка. Вот. А, большой крючок, троечка. Двоечку надо доставать. Ну что, друзья, мы порыбачим. А то Вова уже всех щук сейчас переводит. По ветру, конечно, хорошо летит. Ветер сильный сегодня, приходится прятаться. Эх ты ж, сошла. Был ударчик. Двойник стоит. За хвост, что ли, взяла? Но уже поклевку почувствовали, друзья. Что-то зубов не вижу. А, вот, хвост порезали. Вот он. За хвост взяла, короче, потянула.
поставил копыто свое арбузно-желтое. Обожаю цвет. Щука, как показал на опыт, тоже обожает. Надеюсь, может, сейчас она оторвется уже по этому цвету хоть, а? Оп! Эх ты, блин, сошла! Ну, арбузик все-таки понравился ей. Как так сошла? Двойник стоит. Надо же, а? Ну что, посмотрим здесь. Вот он палец на хвосте. А, и вот здесь возле крючков вот палец есть. Ну, видать, за хвост взяла, наверное, за конечек, что ли. Не знаю, сейчас посмотрим, там же прокинем. Ветер парусит. Не чувствуешь, с таким ветром непонятно, когда приманка на дно упала. И поклевку чувствуешь, дать, когда уже... Вот где она, приманка? Уже вот здесь ветром принесло. Бросал вообще туда. В смысле? А что не так? Да все не так. Что не так-то? Это водоем совхозный, нехуй здесь делать. В смысле? Да в смысле? Ну в прямом, есть документы, частный водоем или что? Вам привезти? Ну. Нет, вот вопрос, в частных владениях либо общего пользования? Это совхозный пруд, ёб твою мать, вы что, блядь? Это понятно, но озеро это что? Вы что, дуру гоните, е? В смысле? Либо озеро в частных руках. Короче, вы нашли место, где можно, блядь, вас не гоняют, нихуя не. В смысле, а с чего здесь гонять-то будет? Запрета нету. 20 апреля запрет. Я, короче, вы сюда рыбу кинули хоть одну? Да мы ее не забираем даже. Так, еще одно, пацаны, сетки не трогайте. Какие? Есть что? Ну, если поставят. А кто поставит? Кроме меня никто. Ну вот вы защитник такой водоема говорите, а сами сетки говорите ставите. А я пересаживаю рыбу, нахуй. Куда? В смысле? Она мне в хуй не стучала. А куда пересаживать? Я могу ее в любое время поймать. Она мне вообще... Я ее наоборот зарыбляю, а... Как куда? Сейчас новый пруд сделали, вам покажи. Где, там что ли? Нет, туда дальше. Надо, надо. Колеси, да я вам ничего не говорю, блядь. Просто вот долбоёбы приезжают. Ну что, друзья, вот так мы сегодня порыбачили. Сезон лодочный открыли. Вова даже рыбу поймал. У меня было две поклевки нереализованных. Ну, видать, прям за хвост. Щурята мелкие берут. Вова тоже небольшие щукари. Поэтому и, похоже, у меня тоже за хвостик, наверное, дергало, да и все. Спиннинг сегодня не смог я новый попробовать свой вместе с катушкой лайтовой. Но я думаю, время еще у нас будет. Потом покажу, расскажу свои ощущения по этому спиннингу. Кому интересно, заходите, ссылки оставлю под видео. Лодка мне понравилась. Прям после моей старой, это просто яхта. Друзья, мне понравилось вообще хорошо на ней ходить. По волнам, по ветру. Прямо идет спокойно, даже мой малыш ее тащит без проблем против ветра. Так что лодкой я доволен. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем здоровья, пока!